Ну, если он был пьяный за рулем, соответствующее, так считаю. Я вообще под судом-то как бы не подписываюсь, потому что я считаю, что всегда несправедливо, почти что. Не в нашу пользу. Я не считаю себя возможным давать оценку. Я думаю, это должны решать те, кто ответственны за это, то есть судьи. Вы знаете, судить очень тяжело. Я подробностей сильно не знаю, но вообще горе такое, которое перенесли потерпевшие. Тут прощения, я не знаю, какое может быть или нет.